Привет, шкодоводы, с вами Стасен. Сегодня расскажу вам, как ВАК разводил баранов в Российской Федерации. Кстати, всех с Новым годом. Кролик будет иметь грубые слова, так что хорошие люди все поймут. Бараны, как говорится, были бараны, баранами останутся. Но надежда существует. Итак, начнем с истоков. Начнем с 2000, так, примерно 2014 года. Шкода говорит, что нужно использовать у нас только 502 допуск. Это моторы ЦЧПА, ЦСД и двухлитровые там старые моторы и 1,8-литровые моторы, короче. Все спокойно любят, потому что у нас плохой бензин. Все так и продолжалось. Я тоже писал письма в Шкода Раш, мне отвечали там 502 допуск, 5В40, масло лучше от турбомотора. Хотя в руководстве по эксплуатации почему-то у меня написано 0В30, Кастрол. Я поэтому тоже себе покупал. Кастрол там на доливку себе купил, 200 грамм долил после обкатки. У меня до сих пор эта канистра ценой в 920 рублей лежит в гараже. Все как бы хорошо. Ладно. В это время за границей уже давным-давно внедряют 1,5-литровые моторы. А, сначала был 1,4 DGK, потом 1,5-литровый. У нас в России все был, вот наш любимый мотор CSDA. Все так и шло, и шло. Но наступил 2020 год в России. И начала появляться такая модель, как Skoda Karoq, на которой начали ставить мотор DGK. И одновременно с этим Skoda, Volkswagen, Russia, там, Makakasha, они заключают договор с Лукойлом о поставлении масла на конвейерную заливку от Лукойла. Типа был Volkswagen Castrol, потом был Volkswagen Shell во всем мире, и он до сих пор, а в России стал Лукойл. И одновременно с этим, несмотря на то, что бензин у нас никак не менялся, с 2020 года они начинают рекомендовать лить в DJKA 504 допуск, потому что такой допуск есть у Лукойла, у этих масел. Но наклейки под капотом до сих пор 502. Ладно, ничего страшного, люди начинают лить, кто-то говорит, нет, я только не 504 допуск, хотя сейчас у меня залит тоже 504 допуск, но не Лукойл какой-то вшивый, там, потому что, ну, понимаете, вам продают масло по цене космических технологий, а там что-то внутри, никто не знает, вот честно, никто не знает. Нет, Таркон тем более вообще ничего не знает, никто не знает, что это, Лукойл Генезис, Лукойл Люкс, там просто Лукойл или какое-то спецмасло, потому что знаете, в чем их баронизм? Ты бы пояснил людям, Лукойл, вот у тебя есть группа такая, которая рассылает там, как правильно эксплуатировать масло, хотя никто из них не говорит про моточасы. Разъясни людям, скажи, вот, товарищи, мы на нашем финском заводе производим и на польском заводе производим эти масла не в России, почему за границей, почему вы эти масла производите за границей, непонятно, да, хоть пишут в России, а я смотрю вот там брошюрки, там пишут Польша и Финляндия, вот 58-й допуск, Финляндия, короче. И почему в Российскую Федерацию не поставляют свои налоги? Я очень разъясни, что это масло, оно такое супер крутое масло, и поэтому ничего по этому не стоит. Но нормальные люди льют известные бренды. У Мобила хороший 502 допуск, у Шелла 504 допуск хороший. Там Равино вообще шикарный, но стоит денег космических. Ладно, все, ведь 2000 год, все как бы нормально, все нормально. И тут появляется... А за границей в это время уже давным-давно отказались от 1.4, там 1,5-литровые моторы с плазменным напылением, 1.0 моторы тоже с плазменным напылением. И миллеровские двухлитрошки, там полторашка тоже миллеровская. Однушка тоже вроде миллеровская. То есть, ну, кто-нибудь ролики там на канале. Там вообще нету 1.4. Он ставится только на гибридные моторы. На эти там Skoda A8, там гибриды. Короче, во всем мире нету 1.4 практически. А у нас появляется Skoda Octavia A8. И вдруг происходит такое, что Volkswagen начинает всем советовать, даже не советовать, а заставлять всех лить в свои моторы 508 допуск. А что это такое? Вот все это, как бы сказать, суета эта вся, она ради экономии топлива. 502 допуск, он густой. Толстая пленка кинематическая, HTS там 3,5 единицы, это хорошо. Число наука там, даже может не больше 12, там в идеале 10-9. 504 допуск, это более жидкое масло, чем 502 допуск. И оно признано, чтобы, как сказать, щадить катализатор. Там другие присадки, но оно не хуже, оно же лучше, если разобраться. Там тоже HTS 3,5, пленка чуть-чуть тоньше, там число наука еще лучше, низкотемпературные свойства еще лучше, там прокачиваемость, проворачиваемость очень хорошие. Поэтому я поменял 502 допуск на 504. Тоже идет как бы экономия топлива. А что такое 508 допуск? Это жижа. Это жидкое масло, которое, как сказать, призвано
минимизировать потери на трение мотор, чтобы лучше экономить топливо, и типа оно лучше будет отводить тепло. Но его косяк в том, что оно очень жидкое, и оно не держится на стенках цилиндров. Поэтому придумано было плазменное пыление, это микропоры, которые попадают, прям заливается это масло, и оно там стоит какое-то время, чтобы у вас не было сухого трения при начале запуска двигателя. Вот такая ситуация. И это масло нужно лить только в моторы, которые приспособлены для этого. В России таких моторов, честно сказать вам, нету. Почему? Потому что, когда применяется это масло, то меняются насосы. У вас у всех стоит насосы шестерные, а там становятся насосы шиберные. Шиберный насос, потому что они призваны работать с более жидкими жидкостями. Я про это все рассказывал. Ни в 1.4 ЦЧПА, ЦСДА, ни в DGKE нету таких насосов. Даже в 2-литровых моторах нет таких насосов, понимаете? Эти насосы идут в 1-литровом TSI, в 1.5-литровом TSI, понимаете? Моторах приспособленных. Что происходит при эксплуатации моторов, не приспособленных под 508 допуск? Они преждевременно изнашиваются, под солнце пропало резко, изнашиваются и портятся. А при больших нагрузках, из-за того, что у 508 допуска HCS, это способность масла сохранять масляную пленку при температурах 150 градусов, у них HCS 2,6, а сухое трение, разрыв пленки наступает при 2,5. Но все равно форумы и все те бараны, которые купили себе А8, они все, дилер знает лучше, производитель знает лучше. И они льют туда 508 допуск, дорогущий, да, он синтетический, ну, заграничный 508 допуск, он, например, возьмите какой-нибудь равинол, там, офигеете, там, блин, по 8 тысяч за канистру. Но там еще есть получше, конечно, чем у Лукойла. И льют. Он говорит, ну, беды же нет, катается. Ну да, это в краткосрочном периоде это беды не будет. Будет проблема при наваливании и при съемках баранских роликов на 2-3 Шкода Октавиях А8 на Украине, где там еще и с лаунча стартуют. И вот этот курдюшов, который на 1.4, на автоматической коробке с лаунча, который вообще не приспособлен для этого. Короче, бараны, они процветают. Ну что же, ладно, как это все, как, ну... Каждый сам правит себе жизнь, короче, но не верит в дилера, да? Что происходит? А наступает конец 2021 года. И Volkswagen, ну, Skoda Russia, привозит в Россию первый Kodiaq FL 2022 года. И что у него под капотом? 1.4 CSTA, вот этот старый мотор. Почему они не поставили сверхсовременный, как они говорят, DJKA, у которого повышена полка момента? А на самом деле, что... Полк момент даже не повышен. Сейчас я вам все расскажу, да, и чуть попозже. Давайте я вам сейчас все расскажу прям. Блин, чуть не забыл. У нас же канал-то четкий, смотрите. Замер на диностенде, мотор CSDA. Так, 1620 оборотов. У нас момент 218, хорошо, видите, вот это лошади. Вот это у нас, так, это у нас, так. С колес должен быть, с колес с маховика. Так, вот с маховика, вот с колес, вот с маховика, момент, вот с колес. Короче, 1620 оборотов у нас, 218 момент, понимаете, уже хорошо. Потом у нас 250, 255, там, 240, на 3000 у нас 250, на 3000, сколько там, 3100 у нас... 253 момент, хорошо, потом проседает до 3600, с 3600 начинает момент падать. На 4000 у нас 238 момент, на 4500 220 момент, потом падает там еще лошади у нас, видите, растут дын-дын-дын-дын-дын, максимум 145 лошадей. Все, это диностенд, 95 бензин, все хорошо, старый мотор. Вот ваш крутой мотор, как говорится, наепали так наепали, DJKA. Смотрим. Кривая, видите, момента лошади. Максимальные лошади 149 лошадей. Ну, это 100 бензин, насколько я помню. Так, 1500 оборотов, 228 ньютонометров. Против 218 у CSDA. Так, 2685 оборотов, максимальный момент 255. У нас на 2600... Сколько? 2600. 250. Ну, как бы нормально. Так, сколько здесь написано? 3400 оборотов, 250 ньютон-метров.
3400, 248 ньютон-метров. Так, 4000, должно быть 250 ньютон-метров, да? А вот хрен вам, 232 ньютон-метра, 4000, CS, да, на 4000, 238, 232, 238, кто лошара, тот, кто поверил. Шкода Раша. Ну что, лошары, да, у меня мотор крутой, да, из-за того, что у меня автоматическая коробка. Тебе, конечно, во-первых, дали автоматическую коробку барану и дали тебе мотор, который вот на стенде, тебя, короче, опять наикали. Так, дальше, что у нас? Сколько тут оборотов? 4500 оборотов, 228 ньютон-метров, тут у нас 4500, 220, 8 ньютон-метров всего разница, понимаете, разница. Этот мотор DJK, чем он плох? У него повысили давление впрыска, потому что он за границей был изначально сделан для сажевых бензиновых фильтров. И там что-то там с программой намудили, короче, с турбиной там. Так что, ну, ребятки, DJK, это вам не ракета. Да, это еще, у него постоянно были проблемы первые с форсунками. Сейчас постоянные проблемы у него со старт-стопом, с форсунками, с пропусками зажигания, потому что повышенное давление топлива, впрыска, оно имеет и повышенное требование качества топлива, понимаете? Надо хорошее топливо лить, надо делать эти, код готовности делать. Вы хоть знаете, что такое код готовности? Знать не знаете, я про это показывал ролик. Ну, зимой трудно делать, это надо делать летом, осенью хотя бы, весной, или в прогретом помещении. Короче, никто это не делает. Ну ладно, ладно, фиг с ним. Они, короче, в новом Кодиаке они поставили старый, надежный, самый лучший мотор. Так что все, у кого есть мотор CS2, знайте, он опять лучший даже спустя годы. И что самый прикол? Вы думаете, там 500 черт допуск? Вы думаете, там 508? Хрен вам! Там 502 допуск под капотом. 502 допуск в конце 2021 года. Volkswagen всех баранов вот так вот. Они продали вам это вшивое масло, которое угробит ваши моторы. Кому верим, как вы говорите, заводу-производителю? На заводе же нет баранов. Они же не клеят там наклейки 502 допуск. Короче, они как разводили баранов, так и разводят. Но им нас не провести, потому что я знаю машину. Да. Это заговор, товарищи. Это заговор производителей масла и бензина российской, этой нехорошей консистенции. И вот этого производителя, который, ну, просто поимел вас всех вместе взятых, кто повелся на 508 допуск. А я сразу говорил, что же делать? Ну, ребята, есть хорошие дилеры, да, есть. Не все люди 508, есть кто 504 люди, есть кто 502. У нас люди вот пишут в группе, там, в комментариях. У нас есть группа вот ВКонтакте, у нас есть страница на Яндекс.Дзен, я все эти темы разжевал в картинках там. Есть сообщество, где все пишут, есть наш канал, где все рассказано. Плейлист про масло, плейлист про двигателя, там, TSI, турбина, все рассказано. Надо просто слушать. У нас не форум. Вся информация в общем допуске. Да. Большой космической беды не будет. Ладно, залили тебе этот 508 допуск. Залили, да. Машина придет 508 допуск. Ну и хрен с ним. Обкатал ее и слил. Контролирую масло по вытяжкам. Ладно, товарищи. Как говорится, я раскрыл вам карты. Что будет со Шкодой Раши дальше, я уже в предыдущем ролике рассказал. С вас, товарищи, лайк, подписка. И слушайте грамотный канал Стаса Ян. И сейчас зайти в нашем проекте на Шкода 8. Еще ничего не законченное. Лайк, подписка. До свидания.